Я Григорьева Полина, ученица 7 А-класса Итатской средней школы. Хочу рассказать о своем прадедушке Елисееве Василии Васильевиче. Родился он 16 июля 1926 года в деревне Самсоновка Тижинского района. Был призван на войну в 1943 году в возрасте 17 лет. Прошел курсы подготовки танкистов, и военный путь моего прадедушки начался 14 ноября 1943 года. Танковая дивизия моего прадеда дошла до Польши. Его отряд шел по освобожденным городам как подкрепление. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. До Берлина Василий Васильевич не дошел только несколько километров. В мае 1945 года его отряд был перекинут на восток, на Советско-японскую войну, где мой прадед продолжил свой военный путь. Вернулся домой он в 1947 году. Женился. Родились двое детей. Построил дом в поселке Итатский. Работал в геолого-разведческой партии. Умер в 1995 году, прожив 69 лет.